Доброго всем времени суток, друзья. Мы продолжаем играть Ноктюрн. Так получилось, что я не играл довольно-таки длительное время. Но я вернулся. И задание, как вы помните, раздобыть топливо для огнемета, ну, в принципе, я его уже потихоньку раздобываю. Так, ну, что-то у меня по здоровью как-то хреново. Уху-ху, ты что такой здоровый? Да. Здоровые в росте, но слабенькие в силе. Прям не глядя убивая. Я так думаю, наверх, да? Или нет? Что-то вроде и туда можно бежать. Ну, давайте наверх сходим сначала. Наверх это просто посмотреть на мир сверху. Может, на машину спрыгнуть и уехать нафиг. Хотел на ящики напрыгнуть. Ладно. Потеряли чуть-чуть здоровья, не страшно. Не понял. Так. Что-то странно, какой-то плачешку у этого было у Лео. Почему так мало патронов? 200 всего таскает. Опять они меня дурят. Резко выпрыгивают. Я не вижу ничего. Писец, жизни потратил. Вообще не понимаю. Идиот. Чё, своих двух рук не хватает, третью решил взять. Как мне уже этот склад надоел, если честно. Щет, я что-то там, видимо, задел случайно. По бочке попасть. Люблю все разносить. Блин, не пойму.
богу, я заплутал. Или сюда надо направо. Там какие-то рычаги крутит. Да ладно. Я чё зря сюда шёл? Smiley. I thought I killed you. It's not that easy to kill a man who's already dead. Very well. Ну, я так понял, огнемет надо ставить. Что-то я ничего не понял, что произошло. Я пытался вырваться, у меня чуть ничего не получалось, но, видимо, я его поджег, и он сгорел. Для этого, видимо, мы огнеметы таскали с собой. Ладно, я рад. Но между делом мы закончили уровень. Здорово. Неожиданно довольно-таки. Что-то у меня часто стало в последнее время получаться заканчивать уровень. То есть я только начинаю часть, а мы уже заканчиваем уровень. Так. Мы перешли на какой-то завод. Блин, как я уже хочу закончить эту третий том, третью главу и начать уже последнюю. Не знаю, что-то мне вот эта третья часть не понравилась. Первая, вторая куда лучше были. Здесь четвертая будет интересная, не такая же унылая, как и эта. Ходим, что-то стреляем. Путанные, запутанные уровни. Нет той атмосферности. What the fuck? Да хватит. Что-то в последнее время славлю быстрее. Благо, аптек хватает пока. Можно я прыгну в это зелье зеленое? Скупаюсь в баньке. Нет, там вроде не пробежать, перила мешает. Так вот спать на посту. Придет дядя незнакомец и пришьет. Стоять! Сейчас до всех доберусь. Еще бесит это постоянно.
доставать оружие, убирать, чтобы поднять. Еще, блин, надо как-то правильно встать, чтобы он его поднял. Прям в пушку. Что они тут производят, не пойму. Ты чё здесь гадил, что ли, в углу? Мне что-то напомнил завод, где в Resident Evil 5 бегали мы. Только более худшая графика. Ой, стоит такой. Может, вы чем-нибудь... Что у нас есть в ближнем бою? Нет, к сожалению. Так... Прости, господи, как он орёт. Мне жалко его стало. Зачем я его так жесток? Просто надо было пулю в лоб и все. Danger High Voltage. Я люблю опасности. Откроем. Или это не открывается? Надо дальше бежать. Что делать-то нам? Это взорвать надо. Странно. Я ничего не понял. Может, в зеленую бяку прыгать надо? Так, мы отсюда поднялись. Ничего. А вот, наверное, сюда надо пробраться. Так, у меня есть одна идея. Это поцеловать колесо. Я люблю такие вещи. Четко было. Но жалко, мяса не было, кровища. Как-то он мило умер. Ой, меня засекли! Гад обнаружил меня. Такой нехороший. Ладно, пройдем здесь. Нет, не иди ты на меня так. С одной рукой еще тем более. Да... Что ж такое-то? У вас там сразу все власти, чего там?
Представляете, на самом деле, вот вы бы шли бы так, не вперед смотрели, как будто под ноги себе. А там бы народ продолжал идти. Из-за этой камеры я ни хрена не вижу. Ох, сколько вас здесь! Да доставай же! Чё они там между собой, терки какие-то? Кто это там идет такой? А вот это завод, где они, наверное, делают вот этих зомби из трупов. Ты охренешь или мне по щам тут прописал? Опять уже жизни нету. Можно не лечиться, само подлечит. Давай, иди. Всегда бы он целился только в голову и все. И никуда больше. Кажется, это уже новые свежевыжатые зомби. Свежесделанные. Блин, бесит еще здесь, что непонятно, куда сразу идти. Что-то бегаешь, тут кружишься. Так, это что? Да блин, давай прямо иди. К сорву. Я нажимаю просто прямо, он начинает его колбасить в разные стороны, влево, вправо. Пойти что ли в кипящее масло запрыгнуть? Пусть из меня тоже сделают зомби. Наш герой стесняется, но он не хочет, как хочет. Я, кстати, забыл, нашего помощника ледоруба кокнули или нет. Что-то я уже историю всю эту. Он же там вроде хотел кого-то остановить, там воевал вроде или нет. Я что-то путаю. Куда идти? Блин, я тут круг нарезал. Я пришел отсюда. Может, надо на беговую дорожку запрыгнуть? Блин, почти же получилось. Еще разок. Да куда он бежит, а? Что за тупая хрень у него?
Так не допрыг. Почему продолжать дальше его по инерции, конечно. Да что это за бред? Почему он продолжает сам дальше вперед бежать? Дорожка же идет влево-вправо, а не взад-вперед. Что за идиотизм? Да блин, мне кажется... Мне кажется, это глюк, наверное. Хотя бывали моменты, когда я думал, нет, здесь он не перепрыгнет, а на самом деле перепрыгивал в тех же шахтах, например. Это с платформы не поднимается случайно? Да нет, вроде не хочет. Даже идти-то. Блин, я думал, все хана мне. Сюда что ли пройти можно? Точно. Ай, дебил я. Ну, сразу ты не увидишь. Камера такая дурацкая. Фух, еще один уровень преодолели. Замечательно. Ну, думаю, тогда увидимся в следующей части. Что у нас там впереди ждет? Здесь продолжение банкета и продолжение завода. Ну ладно. Всем пока.